Так, значит, зомбу, не знаю насчет зомбу, ну зомбу есть разочек чисто сыграть, да, разочек в зомбу с вами, ну а что смысл с вами в зомби играть, если вы играть не умеете? Один раз играем, если у меня там что-то подвисло там, или как-то у меня рука дернулась, и каким-то таким вот непонятным образом я умираю, это все равно не значит, что вы выиграли этот бой. Это значит, что у меня интернет слабый. Запомните раз и навсегда. Понятно вам? Чтоб не писали, что типа вы крутые. Иначе банить буду. Я сказал вам. Спасибо за стрим, дед. Вопрос. Что спасибо, самое странное спасибо. Ты когда-либо ел? Что самое странное? Когда-либо ел я. Еду, которую мне приготовила моя женщина. Бывшая. Осуждаю. Хай, Денчис. Когда на бусте скинешь фото из папки свадьба? А это что за событие у кого там? Не знаю, что, свадьба там где-то у кого-то? Ну, поздравляю, что? Я не знаю, в таких мероприятиях врагу не пожелаю участвовать. Свадьбе, мадьбе. Так хряк он этот... При чем здесь менеджер? Хряк просто друг. А при чем здесь менеджер? Какие могут быть серьезные вопросы с человеком с именем Александр, да? Это во-первых. Во-вторых, с человеком, который себе купил Шкоду 1.4 Turbo в плане контрактования. Это ж бред. Пошли вы знаете куда, подальше дом. Пошли вы знаете куда, подальше дом. Если у вас ко мне претензии дом, я здесь в центре города Грозном дом. Пошли вы знаете куда, подальше дом. Еду я как-то на машине по городу ночью, ну часов в 5 утра. Еду, короче, с клубешника, там с тёлочкой одной танцевал, трахался. Ну понял, тусил с тёлочкой, познакомился там в интернете. Поехал там, потанцевали, потрахались. Ну обычно типичный вечер мужчины. Вот, еду как-то домой, короче. Ну я даже ничего не пил. Вообще ничего не пил, да. Танцевал только. Серьезно? Да, серьезно. Вот. Думаю, ну, короче, еду себе спокойненько, да. Просто еду себе. А тут эти стоят, вот эти вот. Ну, вот эти вот. Понял, да? И останавливают меня. Своим священным жезлом меня манит к обочине. А я думаю, о, сука. Ну, так я. Ну, послушный гражданин, да, закона послушный, между прочим. Я остановился, фонарик, что, все нормально? Я такой, конечно, нормально. И улыбаюсь, сижу такой довольный, улыбаюсь. Он такой, а что ты такой веселый? Я такой, а что мне грустным быть? Мне весело. Вот такой, ты что, накурился? Да. Дедушка, ломай, дедушка. Да. Вот, короче, он такой, слышишь, жарит? Так ты, говорит, под кайфом. Я такой, ты что, дурак, что ли? Говорит, ты под кайфом. Я говорю, так я кайфую постоянно. Ах ты, гад, говорит, нажрался. Я говорю, так как он, я говорю, спать хочу, вы меня останавливаете, смеюсь. Ах ты, жарит, гад, что-то ты, говорит, нас наебать хочешь? Я такой, да не, ребята, я серьезно трезвый. Ну такое. Ну, говорит, если ты серьезно трезвый, поехали. Сейчас съездим тут далеко. Посышь тут банкучи куда-то. Я такой, да поехали. Вот такой, что, серьезно поедешь? Я такой, серьезно, поехали. Только, говорю, по-быстрому, то спать хочу. Он такой, ты понимаешь, если ты сейчас сядешь к нам в машину, то назад дороги не будет. Я такой, так поехали, я говорю, я трезвый.
Вот так вот, сука. Знаешь, такой посмотрел на меня и обратно документы отдал, говорит, ладно, езжай. Ну, хотел, думал, что я ему дам что-то. Ах ты же, а ты сосать. Я реально был трезвым. Это не считается. Так а что? Они же все слабые. Я могу сейчас просто взять с машины, выйти и расстрелять их. Шо? Давай, давай, секундишка. Сейчас. Блядь. Ой, блядь. Ага, сучка. Итак, смотря. О, сука. Нет. Ай, блядь, блядь. Ай. Сука! Да иди ты на! Да ладно, матер! Матер божья! Я король Баттлграммера. Вы всего лишь зомби. А кто такие зомби? Я вам сказал. Все, против меня пошел. Против шерсти пошел, понял? Так ты что, шерсти? Эй! Это не считается. Опа-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